И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Димончик, как всегда отличнейшее настроение, сегодня мы играем в Roblox, это у нас Horror Elevator, страшный лифт. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Давай буду от первого лица. Давай я о, тоже прикольно. Буду от первого. Давай от первого. Ой-ой-ой. О. Прикольно, да, скример сделали и звук такой? Вот, мы приехали вроде как. Это дом волшебный, я в пошли. Него пошел гулять. Надо фонарик. Я ничего не вижу. Вот, с фонариком видно. Понял, для чего фонарик? Да. О, здорово. Привет. Ничего, ничего. А, тот ого. Кричит, не кричите, пожалуйста. Го, тут чувака колбасит, смотри. Маньяк, это маньяк, это маньяк, Димас, убегай от него. Убегаем. А чего он так его колбасит? Не знаю, убеги от маньяка. Я буду убегать. Смотри, смотри, он убивает, он убил человека. Опа, я видел, чувака убил. Офигеть, убегай. Он в лифт, видишь, захочет зайти? Да-да-да, он хочет всех убить там. Тон Баган, ты заметил? Да, немножечко дурачок. Немножечко дурачок? Ну как немножечко? Опа, все, исчез, поехали. Мы прошли эту... Да, все живые. Одного только зарубил. Слишком легкая миссия получилась. Я думаю, должен быть Слендер. Так. Лучше не подходить к двери, мне кажется. А нельзя выйти? Что-то жесткое будет. Будем наблюдать, кто здесь и что. Все так столпились, хотят посмотреть, что там. Слышишь? Слышу. Кто-то пойдет. О, Слендер, Димон! Слендер. Только сказали. Слендерец, иди сюда. Опа. Ты где? Есть! Скример был. У тебя был? Да. Ничего, ничего, ничего. Слышишь, звук режется. Да-да-да-да-да. Слендер любит пугать. Он вообще красавчик. Опять второй раз, смотри. Это что он себе позволяет? Он еще не вышел от лифта, мы заходим. Да, опять обратно идти в лифт. Пошли. Так, кого мы нашли? Во, помчали. Вроде как все четенько. Там девчонка какая-то. Воу, воу. Я захожу. Видишь девчонку? О, да, за стеклом. Кровище появилось. Я боюсь на нее смотреть. Может, она как-то страшно. Где-то в уголку, чтобы она нас не убила. Отвернулась девочка, боишься? Ну я типа, чтобы не умереть. Ты думаешь, всех убьет или некоторых? Только тебя. Нет, я не умру. Ладно. О! Ой! Убила! Убила? Да. Жесть. Это просто что-то с чем-то. Смотри, еще какая-то бабка появилась, уже третий скример. Бабуська какая-то. Бабуська. Слышишь музыку? Во, вроде бы так, нормально. Помчали так. Вовнутрь. Ты тут чувак спит. О, без фонарика вообще не видно. Во. У двери открывается, Димон. Не? Нет. Было бы прикольно. Ты тут чувак какой-то спит. Смотри, тут картинка какая-то стрёмная. Я вижу. Видишь картинку стрёмную? Да. Ой, валим отсюда. Как отсюда выйти? Ты слышишь? Я выхожу. Опа, кто-то умер, смотри. Она убивает. Вот, чувак, смотри. Это смерть сама. А! Беги. Блин, я испугался. Она меня убила? Она меня убила еще. Блин, классно, да, было? Лицо страшное. И музычка такая опасная вообще. Она сильно кричит. А, опять! Фух, это стрёмный вообще. Мне этот режим нравится, я люблю попугаться. Видела, как она взлетела посреди лифта и выбрала жертву? Да-да-да, она выбрала прям, так хоп, взлетела и... Посмотри, какой у меня голос будет. О, это было уже? Нет, там бабушка, дедушка. Посмотри, тут дракон, это что такое, листик? О, нет, как раз, на кровище это. Где? Пятна крови. О, убийца, смотри! Джейсон, 5-13, это 5-13. Иди отсюда, блин, он меня убил. Я хочу еще разок с ним. Меня он бьет. А, у меня тоже убил. Он классно так напал на меня, я хочу еще разок. Буду фонариком ему в глаза светить. Иди сюда, Джейсон, я тебя не боюсь. Музыка такая, все предвещающая беду. Пошлите, ребята. Опять классно, она, что можно с лифта выходить. Она. Был. А, это убийца эта классная тёлка. Блин, я... Лицо я вообще хочу, страшнючее, смотрите, ребята. Она нереально прям... страшная. Так, я валю. Куда убегать-то? Я не знаю, она везде достанет. Если бы хотя бы по кругу можно было бегать. Здесь сейчас проверим, может она сейчас не убьет кого-то? Ну, допустим, меня. Оба-на. Вот она встала!
Тихо-тихо-тихо. Она вниз залетит? Не знаю. Блин, смотрите, как прикольно это сделано все. Она стоит просто. Тихо-тихо, она чувака выбрала. Она меня убила. Она меня убила. Я вижу. Еще один чувак, смотрите. Второго. Нельзя двигаться. Тому на голове стоит. Димас. Третьего. Это Димас из аниматроников. Точно, аниматроники. О. Аниматроники и здесь есть? Да, ФНАФ, офигеть. Слышишь, кто-то бежит сюда? Я ухожу! Фокси! Фокси убил меня! Я тоже Фокси убил. Может, а ну я еще разок хочу быстрей! Блин, нельзя быстрей. Я хочу его рассмотреть, но не получается. Сейчас попробую рассмотреть его, если успею. Есть, я еще здесь. А, лифт закрылся и... Да, тут даже аниматроники есть. Угу. Это из какой части было? Четвёртая. Угу. Что-то пароль нельзя доводить секретный. Смотри, какая это грустная музычка. Ты не расплачься. О, тебе идет. О, где это мы? О, лифт поржавел. Старый стал. Прыгай на поручни эти. Мне кажется, мы сейчас упадем. Ты думаешь? Да. Ну, я проверю. А, ты знаешь? Да. Будем смотреть, как они падают вниз. Давайте, ребята, прощайте. Ну? Они веселятся. А, я упал! Блин, тут скримеры такие опасные. Опять скример. Я тоже умер, случайно соскользнул. Так мы, получается, все упали. Этот лифт убийца. Все, что я могу сказать. Убивает постоянно. Никто не остается в живых. Все умирают. Ну да, в основном да. Редко, когда там остается жив. Помнишь, мы играли на нормал элеватор? Там как бы мы не сразу же умирали. Там. Там попроще. Во. Прикольно. А, мы опять, наверное, со Слендером будем. Нет. А мне кажется, нет. О, прикольно, смотри! Иди отсюда, козел! Блин, с бензопилой! Это что за мясник такой? Я хочу еще быстрее к нему, еще вставай, давай быстрее. Он бегает, убивает всех. Хочу посмотреть. Его нету. Он там. А вот он бегает. Нет, нету его. Режет он там всех внутри. Он внутри нашего лифта. Ты его не видишь? Нет. А вот он бегает! Еще раз меня! А тебя не зарезал? Зарезал. Два раза. Гром еще слышишь? Гремещет прям так. Музыка такая с хоррора. Угу. Шкатулку заводят музыкальную. Угу. Такое все красное. Без фонарика вообще ничего не видно. Тюбзик прикольный. Все, Димас, прощай. Все прощайте. Я все равно на перила стану, как бы вдруг повезет. Умер? Все равно эти поручни тоже падают, Димас. Все, короче, отваливается, весь лифт умирает. Да, нереально выжить просто. Мне интересно, а мы из цепи увидим? Джейсон, сейчас пятница 13, Димас. Ну и что? Я его люблю. Вот он бежит, бежит за мной. А что за мной? Да отстань, смотри, сразу меня зарубил. А я спрятался в кусты, Дима. Так, я бегу опять в лифт. Я хочу его еще встретить. Вот он бегает. Понаблюдай, как он рубит людей. Иди от меня, я не хочу с тобой дружить. А все, он исчез. Фух, повезло мне. Он много людей убил. Я, кстати, выжил. О, смотри, что это. О, это Бенди, чернильная машина. О, Бенди? Блин, Димон, тут все. Вот он. Красавчик, да, смотрите? А-а-а! Я провалился в чернила и умер. А, я тоже. Там так Бенди, я стоял на месте. Я хочу еще разок. Бенди, иди ко мне. Вон он бегает и всех убивает. А еще раз я умер, я не успел выйти. Смотри, какая морда прикольно нарисована, фиолетовая. О, вампир. О, вот он. Беги, это вампирюга. Вампир? Какой он прикольный. А чё он такой? Ой, идёт. Беги! Какой он прикольный, вообще классный. А, он убивает нас еще. Чё он такой няшный, убивает. Прикольный. Я выбегаю, короче, вообще с лифта выбежал. Я живой.
Диман, можно выжить, можно. Вампиры уже, какие-то ведьмы, какие-то старухи, Джейтоны, какие-то, я не знаю, кто еще будет? Из цепи мы хотим, да, увидеть с тобой? Да, из цепи. Ждем из цепишку. Да. Бенди видели, аниматроников видели. Да много кого видели. Так, пошли. О! А это чё? Ого, лисичка! Лисичка. Она чё, чокнутая какая-то? Ого, чё так орять-то, а? Это орять, это... Орять. Ты вообще какая-то жестокая. Тера там обосрались. Над нами все время издеваются, все время пугают нас. Я не ожидал, что здесь будет Бенди или аниматроники, я не ожидал этого. Да, я тоже этого не знал. О! Это который из колодца вылазит, помнишь? Звонок, что ли? Да. А где ж колодец? Она сейчас лезет сюда. А где ты ее видишь? А я вижу. Она идет. Это разве она? Да. Она какая-то смешная. Она какая-то медленная. Я первый не умру, это по-любому. Бояться? О, можно тут побегать. Ого! Так смотри, не все умерли. Офигеть. Она вообще какая-то бешеная. Фух. Фух. Как я иду внутрь, опять умер. Она опять меня убила. Меня тоже опять убила. Татуя. Так. Еще о, еще ФНАФ. Это из первой блин, части. Это класс. Я смотрю, кстати, в проход. Я вижу, кстати, там сцены даже есть, Димаста. Я вижу всю сцену. А там, ну? Вот, а надо от третьего лица, наверное, да, включить? Там что-то гром гремел, я видел сцену, все. Шкатулку слышишь? Да. Или мне послышалось? Ее, как... О, чувак, тут что заховался. Я наверх залезу, чтобы это все видеть, красота. О, ты упал. Вставай. А те в лифте стоят. О, Фредди пришел. Упал. Пришел Фредди. А не может напугать нас, Диман, смотри. О! Охотится. Убил. Еще крикун какой. Есть, я еще здесь. Я хочу Фредди увидеть. Фредди, где ты? А тот на отнычку. Простоял там и не умер. А сейчас Фокси будет выбегать из шкафа, Дима. Да, я хочу посмотреть. Только я буду отсюда смотреть. Не хочу сливаться. Ой, на перила запрыгну, точно. Я тоже, я с тобой. Я хочу понаблюдать, как он будет гасить всех. О, выбежал, выбежал. Смотрите, ребята, валит. Уходи от нас, уходи. Он меня съел. Меня тоже. От зараза. Я еще раз хочу его увидеть. Давай, быстрей. Вон он бежит. Уходи от меня. Блин, да что такой быстрый? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.